항일 무장투쟁의 영웅 김경천 장군과 헤이그 특사로 활약하며 을사늑약의 부당함을 알린 이휘종 열사의 후손 등 고려인 재외동포들이 20대 대통령 취임식에 초청돼 한국을 방문했습니다. 안녕하세요. 김경천 장군 손녀 갈리나 필란스카입니다. испытывал удовлетворение в том, что его борьба, то, что он посвятил свою жизнь борьбе за независимость, то, что он и его семья испытали такие неимоверные трудности, было не зря, принесло свои плоды. Корея свободная страна, очень развитая страна. Но я думаю, что больше они были бы счастливы от того, что Республика Корея сейчас является свободной, независимой и процветающей страной. 두 사람은 구 소련에서 나고 자랐지만 한민족의 정체성을 굳게 지켜왔다며 한국에 대한 애정과 감사를 전했습니다. Семье всегда старались сохранять корейские традиции, соблюдать корейские традиции. Мы готовим корейскую еду, следим за тем, что происходит на исторической родине. В большей степени я себя ощущаю российской кореянкой. Посвященному зарубежным корейцам я услышала, что президент сказал о том, что он будет учреждать министерство по делам зарубежных корейцев. 건강하세요.